Свалка на месте приземления Гагарина. Житель Энгельса Александр Зимин разместил на своей странице в социальных сетях видео, как выглядит исторический объект в обычный день. Рядом с памятником разбросан мусор, да и сам монумент, видимо, реставрировали на скорую руку. На это страшно смотреть жителям, говорят очевидцы, а туристы тем более могут отказаться от поездки. Однако в Министерстве молодежной политики, спорта и туризма области, точнее в их отчетах, все гладко. Объект участвует во всевозможных выставках, на презентацию уходит значительная сумма, а вот на содержание, видимо, денег уже не хватает. Именно на нашу деятельность, на развитие туристической отрасли, 500 тысяч в год. Если вы говорите, допустим, дополнительном каком-то развитии, там, установке дополнительных объектов, конечно, 500 тысяч этого недостаточно. Нужно порядка 5 миллиардов. Мы планируем его включить в федеральную целевую программу, которая действует до 2018 года. В рамках нее возможности финансирования за счет федеральных средств. Но для этого нужны инвесторы. То есть должен быть готов проект, должна быть оформлена земля, должно быть гарантировано финансирование со стороны инвесторов. Однако на данный момент инвесторов, готовых вложить достаточно серьезную сумму в этот проект, не имеется.